Республики Егор Борисов встретился с президентом Монголии господином Баттургой Халтмагином. Основной упор в деловой встрече был сделан на международные спортивные игры «Дети Азии». Напомним, эстафету на проведение летних игр в 2022 году приняла Монголия. Президент Халтмагин рассказал, что подготовка к играм уже началась. Создан Национальный комитет по организации. Также стороны обсудили сотрудничество в области промышленного производства. Егор Борисов рассказал о Якутии и пригласил президента Монголии на национальный праздник Исэх. Господин Халтмагин, в свою очередь, пригласил на национальный праздник Монголии Надам.